В результате тяжелого заболевания умерла директор предприятия «Блок Бизнес Консалт» оценщица Галина Богданова. Женщина была фигурантом скандального дела о покупке здания бывшего завода «Краян» под новую евромэрию. Смерть наступила еще 11 марта, но объявили эту информацию прокуроры САП только сейчас. Напомню, ранее апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор по делу от 9 июля 2019 года, который вынес Малиновский райсуд Одессы. Производство теперь рассматривает антикоррупционная Фемида. Фигурантами дела являются мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд чиновников мэрии и представители частного бизнеса. Также в этом списке была и умершая оценщица. По версии следствия, все эти люди причастны к закупке здания «Краян» по заведомо завышенной цене. Размер убытков громады оценивается в 92 миллиона гривен.